Кофе? Ну, кофе, да. Не, ну что, я же тоже за эти напитки. Просто, ну, вот у меня реклама, например, ну, энергетика. И я, соответственно, и пью энергетик. Что, у меня когда реклама энергетика, я его каждый день пью. По баночке. Но я не рекомендую так делать. То есть... Энергетик просто, вот, не знаю, вот какие-нибудь там зарубы с чуваками на полночи... Вот, выпили энергетик или там, не знаю, туса у вас какая-то. Но, типа, без фанатизма. Не надо превращать это питье в повседневное, вообще ни в коем случае. У меня рост 1,82 м. У меня кофе нездоровое отношение, могу по 8-10 кружек в день выпивать. Ничего себе. Ты кофеман? Ты какой-то кофеман, блин. Трон будет позже? Нет, не будет. Мяу 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 мяу. По 10 раз проверку фотопаспорта отправляют. А ты за Реган? Или ты сейчас регаешься? Ну, типа впервые. Впервые? Тебе лучше с Промиком тогда регаться. Ну, с Промиком Макатау. Ты же с ним регаешься? Чтобы три куска фрибета упало.
Мака начало крышу рвать? Не, у меня ничего не рвет, я нормальный. Я нормальный. Мне ничего не рвет. Ничего не рвет у меня. Я нормальный. Нормальный человек, блин. Ничего не рвет у меня. Нормальный. Нормально, так человек добивает чел, мяу-мяу-мяу. Ну блин. Ну это же как бы. Нормально. Обалдеть, так говоришь, как будто это ненормально. Это нормально. Как говорит Шелдон Купер, я нормальный, меня мама проверяла. Что ж. Блин, меня мама вот не проверяла. Но я думаю, что я бы прошел проверку. 100%. Ну я потому что слишком нормальный. Слушайте, ну видите, это даже вот касательно там то, что у нас человечек тут сколько кофе пьет. Оно ведь все окей, в меру. Блин, я ему первую в голову даю, потом попасть не могу. Видите? Надо сказать, что вот эта машина меня прям спасла, потому что чел в меня целился. Хотя, может, и не спасла. И вообще он мой килл застелил, чат. В меру не всегда получается. Понимаю. Но это нужен самоконтроль какой-то, чтобы все было в меру. Так же совсем вообще в мире, в жизни. С алкоголем. С табаком.
Ты доиграешься. Ты сейчас доиграешься, блядь. Стрелок мамин. Нормально так, дорогу проштрафовал. Ты, блядь, слышишь? Чё ты по мне стреляешь, крыса?
У меня патронов нет. Я не могу ни по кому пострелять, потому что у меня нет патронов. Ему чел надо дать две головы, чтобы он лег. Он такой дистанции стоит, что еще, ну, двигается постоянно, что там две головы не оформить. А, перестрелку я не могу вступать, но у меня нету просто патронов. Нет ресурса. Надо сбегать, поискать. Вот это, возможно, Скар стрелял. Я никогда на таких вышках не сидел. Я сейчас, блять, ну я грибу, я же вот более чем уверен даже, что я сейчас заберусь. И, блять, я грибу с этой вышки. Я думаю, что у меня челик вообще не должен здесь прочекать. Ну какой наркоман вообще будет сидеть? Вот в этом дерьме все. О, это чел, который отсюда уехал, туда приехал.
Ты на меня прочекал прыжком, крыса. Мне надо бежать, а не биться с ним. Просто он может мне в спину стрелять. Будет неприятно. Бля. Бля. Будь здоров, будь счастлив. Я постараюсь себе. Я постараюсь, конечно. Вот это я, конечно, да. Нормально так пострелял. Какой мухи, извините? Он даже попал, успел попасть по мне, но тут больно было.